Асфальтоукладчик, три катка и погрузочная техника. На Вольской этой ночью было жарко от свежего асфальта. Участок от улицы 22-го партсъезда до улицы Каховской будет отремонтирован на всю ширину проезжей части большими картами. На средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Протяженность участка 2000 метров. Работы по ремонту в самом разгаре. Общий процент выполнения составляет примерно 65. Завершить все работы планируют в августе. Основная часть работ производится ночью за счет того, что, чтобы не мешать движению транспорта общественному и жителей города Самары. Улица Вольская была очень такая в плачевном состоянии. Ремонт очень кстати для этой улицы. Здесь снимают 5 сантиметров верхнего слоя асфальта и меняют его на новый из высокопрочной асфальтобетонной смеси «Чима-16» со сроком гарантии 5 лет. За работами ведется постоянный контроль со стороны сотрудников МБУ «Дорожное хозяйство». Помимо фрезерования и устройства верхнего слоя покрытия проезжей части, также выполняется замена люков смотровых дождеприемных колодцев. Также выполняются работы по ремонту тротуаров, а также устройству новых парковочных карманов и автобусных карманов. Более 170 новых парковочных мест. Масштабный ремонт ведут и на улице Егорова в Куйбышевском районе. Здесь планируют обновить участок площадью 7000 квадратных метров. Кроме того, в планах установка бортового камня и ремонт тротуара. Чтобы сточные воды не скапливались на новой дороге и она прослужила дольше, специалисты сделали ливневку. Ремонтная бригада уже выполнила половину работ на участке от 4 дома до 22 по улице Егорова. Мария Левина, Гульфия Сафина, Сергей Баскин, Василий Колдашов. События.